Мы бежим уже опять к автобусу, и у нас будет продолжение экскурсии в тюрьме Лепое. Оттуда я вам тоже сниму видео и расскажу, какая была тюрьма для моряков до 1937 года. Ну вот сейчас те, которые у нас с правой стороны, увидите как раз на столбе мужчину электрика, который напевает гимн Леппе. Вон он, хорошо сейчас виден. Мужчина на столбе напевает. На столбе, да, мужчина. К чему бы это? Этот район в основном отстраивался второй половине 19 столетия обеспеченными людьми. Чем ближе было к морю, тем дороже и красивее здание. Вот сейчас с правой стороны, видите, столик стоит, тоже с гимном. Ворона на дереве сидит со словами гимна. Видели, да, ворона? С левой стороны музей Лепы. Там и не только художественные картины можно увидеть, но и с историей связано. И вот плотник. С правой стороны стоит очень похожая скамейка на лодку, на которой тоже написан гимн Лепы. Вот вы видели, какие красивые здания мы только что приезжали, особняки. Но здесь местами сохранились, может быть, уже частичный ремонт закончился. Улица Лела. Высота около 55 метров. На 50-метровой высоте находится также смотровая площадочка. И до 1912 года именно здесь находился самый большой орган. Как вы знаете, потом в Сиднее и во всех остальных городах как можно больше делали, чем наш Липецкий. Вот сейчас эта церковь видна с левой стороны. И мы уже с вами почти приехали. Друзья, мы приехали в тюрьму. Короста. Вот Коростас Цетумс. Вошли через эти ворота. Вышка, которая охраняла тюрьму. Вот красная – это сама тюрьма. Колючая проволока на столбах. Это, наверное, такие заборы были по периметру здания. Сейчас пойдем вовнутрь. Грузовик. Автозавод Горьковский. Полевая кухня. Так, хорошо. У нас можно фотографировать, снимать у нас нельзя. И это место появилось 130 лет назад, когда Латвия находится в составе Российской империи. У власти тогда очень умный человек, император Александр III. За время его правления не было ни одной... Свой ремень, личные вещи, и его ведут уже дальше за решетку. Заходим. Зашли в камеру. Клаустрофобия.
17 человек, да, а в каждой камере находится от 1 до 4, а если какие-то большие праздники, например, День военно-морского флота, в одну камеру могут поместить до 30 пьяных матросов. А где они? Это камера с мебелью, вот это кровать. Здесь окно, а здесь черные стены. Это экскурсия по Гауптвахте. Здесь сидели с 1905 по 1997 год. Здесь была Гауптвахта. Такие засовы. Камера номер 23. Тюрьма Коросте – это единственная открытая для туристов гарнизонная тюрьма Европы. Лепойская гарнизонная тюрьма была построена в 1900 году для нужд госпиталя, но для этой цели никогда не использовалась. С самого начала она служила гауптвахтой или местом краткосрочного дисциплинарного наказания. Во все времена и при любой власти здание предназначалось и оставалось неизменным. Это место, в котором отбывали наказания и революционеры, и матросы, и младшие офицеры царской армии, и немецкие дезертиры, и враги народа сталинской эпохи, и военнослужащие советской и латвийской армии. В тюрьме Коросте имеется аутентичный советский буфет и сувенирный магазин, а также музей, связанный с военными действиями. В музее представлено оружие, формы различных армий, личные вещи, знамена, головные уборы. Сегодня тюрьма Коросте признана самой удивительной и необычной гостиницей в мире. Здесь можно принять участие в реалити-шоу «За решеткой», а любителям острых ощущений переночевать в тюремной камере.